С 20 по 22 октября сотрудники ДПС вновь будут проверять водителей на трезвость, а также на соблюдение правил ПДД. Коснется проверка и пеших участников дорожного движения, которые решат перейти дорогу в неположенном месте. Все выходные наряды ДПС будут патрулировать не только дороги города, но и района. Ну а мы напоминаем, за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения водителю грозит лишение прав на 1,5 года и штраф в размере 30 тысяч рублей. Так что будьте внимательны на дорогах и не садитесь за руль после посиделок с горячительными напитками.